личность больно ничтожная, чтобы в центре города стоять. Это ж столько от этого человека крови, горя, страданий. Одного человека. Понимаете? Сколько уничтоженных людей, толпы. Вот. Ну, а там как... Ну, стране были нужны какие-то символы, да? Всегда символы были. Я уже думал, может, какой-то арт-объект из него сделать там. Переодевать, как писающего мальчика там в Брюсселе, да, там. К Новому году там Дедом Морозом его нарядить. Там. Ну, хоть какая-то польза была бы от него, веселая там что-то. Смотреть на это уродливое физиономию мне, правда, не очень приятно. Я стараюсь взгляд как-то уводить, понимаете, как от некоторых памятников в нашем городе, вот, когда хочешь увести взгляд, не смотреть на эту сторону.